Привет, дорогие друзья! С вами Анна Малибу. Это округ Гринвилл. Ну что ж, придется показать эту хулиганку. Пока я начинаю свой видеоблог, Лайма, дорогая, ворует наши тапки. Дай маленькая. Ну дай. Забыла закрыть дверь, малышка. Ну что ж делать? Иди, отнеси на место. Давай, положи на место. Она приглашает поиграть. Давай. Все, нельзя. Вот такое бывает. В общем, округ Гринвилл. Наша соседочка куда-то собралась. Все соседи дома. Сейчас у нас уже в разгаре октябрь. И посмотрите, какие милые, шикарные гортензии мы посадили с Лешей у нас в фронт-ярде. Вот этот милый букетик, это у меня сейчас были ученики. Собрал для мамы и забыл подарить. Люсик, хоп. Вот так у нас гуляет Люся. Куда я, туда она. Итак, похвасталась гортензией. Но есть еще один букетик, смотрите. Вот такой, он более ветвистый. Цветочки отцвели, но зато он более роскошный. Вот и Люся пришла. Мы с Тамарой ходим парой. Да, Люсечка. Да, моя хорошая. Помощница моя. Давай, прыгай. Прыгай. Вот, а эти две белые герани нам подарили. В том видео, которое вы сейчас увидите. Вот такой подарочек нам сделал хозяин. Чему мы очень рады, да, Люсь? Вот теперь так выглядит у нас крылечко. Мне очень нравится. Кактус посадили мы. Колючая такая зона. И пальма хорошо растет. И наши ежики уже такие большие стали. В общем, все прекрасно. Ну и две тыквы — это дань празднику, которая сейчас празднует вся Америка. Мы не празднуем, но для красоты. Две тыквочки неплохо вписались. Потом, видите, тут такой вот кустик маленький, желто-зеленый. И такого же цвета кустик с правой стороны. Но совсем другая конституция, то есть совсем другая порода. И вот эти розы меня тоже очень радуют. У нас было 6 градусов этой ночью. Мне кажется, это только в плюс, потому что розы расцвели, такие бутоны прекрасные. Особенно вот этот. Посмотрите, какая красота. Сегодня у моей мамы день рождения, и вот такая красота у нас в огороде, можно так сказать. Ну, а теперь история. Вот эти гортензии, вы, наверное, видели прошлые видео, я искала очень долго по магазинам, по разным, и никак не могла найти. Все раскупили. Вовремя не купила, а потом уже было поздновато. И когда я увидела последнее видео Фанни Фо, где они как раз были в садовом хозяйстве у себя, показали, что там были гортензии, я воодушевилась, и вот мы поехали с Лешей, и как мы их купили, где нашли, вы сейчас все увидите обязательно. Смотрите нас до конца, не пропустите. Все самое интересное впереди.
Люсик. Люсечка. Уже жука поймала. Жучка ты наша. Жучка, а не Люська. Жучка. Горячим следам, как говорится, едем и посмотрим, что тут есть. Здесь есть гортензии белые, они да? Они цветут, они же уже давно. Да. Отцвести. Это, ну мы все время как бы думаем покупать не покупать этот куст. Они когда цветают, они становятся такие желтые, засушенные шапки, и ну, их надо постоянно набрезать, чтобы было красиво. А еще если покупать, то нам нравится не белый цвет, а какие мы видели, нежно-фиолетовые, какие-то розовые, да? Интересные теплицы, огромные. Можно здесь зайти? Интересно, уже очень интересно. Вообще таких хозяйств оказывается много здесь вокруг и всюду. Это наш ближайший. Вот какая-то уже виднеется. Молоденькие. Есть цена на нем? Окей. Заходим в теплицу. Вот такое панно интересное. Сувенирчики продаются. А мы смотрим и ищем. Что же здесь есть? Вау. Как красиво. Вот там работы идут. Вот женское счастье. Мамина любимая. Цветет вовсю. Сколько стоит? 10 долларов. Почему так дешево? Тут, наверное, дороже. Этот 16, вот этот 10. Угу. И там еще есть. Потом сразу туда? Да, нельзя. А, он ли? Только работники. Окей. Вот название. Прикольно. 4 доллара, да. Кактусы хорошо возле компьютеров ставить. Говорят, что они радиацию забирают. Не знаю, насколько это правда. Выбрал себе кактусик.
алоэ, смотри, какие большие. Смотри, какие белые кактусы. Может, такие лучше? Они в паутине, они зеленые, просто они покрыты. $40. Попробуй, смотри. Как будто вата и сверху эти колючки. Как будто вата. Может, это специально так сделали? Вот, смотри. Ну, что ты делаешь? Какие аккуратненькие. Смотри, какие аккуратненькие. Да, да. А вон там, смотри, какие хорошенькие. Ты уже выбрал, а там, смотри, какой выбор. Вон красный. Мне такой нравится. Только ему надо какой-то другой чашечку. Она нестабильная. Керамический, да. Угу. Вот эти тоже мне нравятся, вьющиеся, но их не рекомендуют в доме сажать, только на улице. Такой, прикинь, $20. Класс. Богатый. Дерево. Блин, чешется. Ядовитые, значит, иголки. А вон там, что там такое? Везде у них такое висит, всякое, якое. Украшения всякие. А это что? Ну, искусственное. Как медуза? Медузка. Что-то я там красивое вижу, но тут тоже не могу пройти мимо. Муравьишки. Для чего это? Просто украшение. А, это тоже флюгер. Я тоже смотрю, не может быть, чтобы было украшение. Он только крутит себя этим. Угу. Это герань. Представляешь? Вот то, что у меня красное, это белое. Другой Они сорт. Распродажи. $7 что-то. Ой, можно взять. Они очень неприхотливые. Ну их еще повесить, что ли? Вешать? Ну, вешать там лайма достает. Ну их надо вешать. Ну, не обязательно. Снять эту и не надо вешать. Да. Ой, идем сюда. Эти анютины глазки почем? По 9? Да, 10. А, это не анютины глазки, это по-другому называется. Вот моя герань. Это надо чистить, и будет красиво. Прикольно, смотри, как их замотали. Ну, это такой, да, как конопля я называю, знаешь, такой листик. Эти почем не вижу. Вот, смотри, Алёш. Герань маленькая, 7, большая, 14. Вот это большая, да? А вот эти красивые такие, очень. Очень красивые. $45. Шикарные кусты, смотри, какие огромные. Лютики, цветочки нежненькие. Герань. Вот этот желтый мне нравится еще. $25 костка. Этот сколько? 23. Угу. Ну, цены такие же. Вон горшочки разные. Хочешь посмотреть? Ты пересадишь ли? Конечно, а что там сажать?
Еще поменьше. Еще меньше? Там место занимать будет. Ну куда меньше? Нормально. Меньше нету, не вижу. Ну вот это вот взял. Леша! Какой-то лайман, лимон. Что это такое? Лимонный кустик какой-то. $7. Такой маленький. И что с него вырастает? Так. Вот они. Это уже отцвели, как капуста выглядит. Есть такой цвет, но мне не нравится. Я хочу белый. Найдешь, есть. Точно? А мне вот этот понравился. Смотри, какая капуста. Смотри, она вот так растет на этой. На палочке? Угу. Угу. Сколько стоит? Не знаю, не, не видно. Поищи. Вот может такой горшочек. Ой, обожаю эти совушки. Давай, поменяй. Тыковки нам не надо, идем дальше. Ну, такой сорт специальный. Вот к нашим большим нужно было бы вот такие парочку купить. И была бы уже целая композиция. Пока не вижу. О, это капуста опять. Прикольно смотрится. Цен нету. Что написано? Сан. Там ветерок, а здесь затишье. Вдоль заборчика. Травушка-муравушка. Какой хочешь вид. Вау. Вот это он гудит. Хочу такой. Представляешь? Разный звук. Звук завораживает. Но видишь, эти трубы разные величины, и поэтому они по-разному звучат. Вот это настоящее. Не тиленькает, не шуршит, не шумит, а именно поет. Лопатка ветром раздувается, и вот этот молоточек издает звук. А здесь он концентрируется и во все стороны разливается уже. Какая красота! Сколько этот стоит? Это
типа тутовник. Мне нравится все в таких тонах. Это трава или цветочки? Это растет на камне. Вау. Он через камень и потом так по камню распространяется. Видишь, он так и называется. Stone crop. Знаешь, чудеса чудесные. Ой. Ой. Ой-ой-ой. Цену. Не вижу цену. Интересно, а почему здесь с собачками все гуляют? Почему нет? Если можно, то... Вот это тоже это капуста, да? Сколько стоит? Смотри. Не написано. Да не может быть, ищи. Они не пишут на каждый. Ну, а рядом где-то должна быть цена. $10. О, прикольно. Здесь, смотрите, под ноги. Да, это точно, а то глаза разбегаются. Да. Нам надо было, наверное, тоже тачечку взять. А, вон они. Вижу, вижу. Вот они. Написано. Выбрали мы гортензии. Сейчас заберем тачечку. И пока смотрим. Вот, смотри, фиги. Инжир. Папа хотел. Сколько стоит? Ой, какой большой. Фигу не хочешь, говорят? Малину надо сажать вдоль лесного массива. Пушистые, красивые. Как я люблю все это. Вот такой травяной привлекает цвет, ярко-зеленый. Ну, мне не очень нравится почему-то ее вид пушистый. Да. Смотри, эти какие-то маленькие. Так похоже на сирень, но это не сирень. Реально. Да? Красиво. Мы такие неразборчивые, ничего не понимаем. Не соображаем. А вот это все деревья. Вот все подписано. Что, чего? Магнолия. Сколько она стоит? Лёш, вот магнолия. Вот магнолию можно было бы сбоку посадить. У нее, помнишь, эти цветы такие огромные?
А, мы вообще-то с папой собирались выкопать там в лесу и посадить там много, помнишь? Вот эти такие цветы огромные. Они просто огромные, вот снизу. Ну, как-то полив сделан. До верху. На каждое дерево, видишь, поливают. Ага. Молодцы какие. Вот это я понимаю, хозяйственные. Разбираются люди, любят свое дело. Японский снежный колокол. Снежный колокольчик. Жапонез. Японский снежный колокольчик. Интересно. Смотри, Лёш. Прикольно. Какие ветви. Пластмассовый молочек. Да, но это дерево. Маленькие. Ну, туда сразу. Что это с бутончиками? Вон их сколько. Леди Лаура. Камелия. И они все в бутонах. Он там уже распустился. Красивый. Как цветут эти кусты. Мне почему-то не хочется такого разнообразия пока что. Красный, зеленый, травяной. И белый. Вот пока три приоритета. А там фиолетовые, разноцветные, как-то пока что совсем не смотрится, не лежит. Если захочется более веселых красок, я думаю, потом можно будет добавить. Вот они, красотульки. Как они густо цветут. Вот что мне нравится. Вот что-то все в таком плане. $32. Все, набрали беленьких. Герань вообще на сейле по $6. Я бы все забрал, если честно. Для детей такие наборчики, что помогали мамам. Для помощников. Перчаточки, лопаточка, грабелька. И под коленки положить, чтобы можно было присесть. Для мальчиков и для девочек. $22. Нормально.
всякие наборы классные. Кашпо. Лёш, а вот для кактуса, может, это лучше? Я уже купил. Он уже купил. Ничего, в следующий раз. Такая тройная плошка. Класс. Thank you very much. Премиум. Осторожно, осторожно. Thank you. Смотрите. Это просто, просто невероятно. Как ты думаешь, это продается? Там есть, добавлять. О, дали еще информацию. Молодцы. Спасибо им. Ответственно. Ответственно относятся. Еще вот это удобрение, еще дали подпитку для них. Не наступай, угу. Подпитка, вот это надо смешивать, чтобы ну, до корней дотрагивалось. То есть, ну, подсыпать в землю ближе к корням, вот это. Угу. Когда будем сажать? Сразу, да? Да. Супер. Вот кому интересно, Garden Center. Вот так выглядит. Адрес в ссылке. Или в первом закрепленном комментарии выставлю. Очень понравилось это хозяйство. Всех приглашаю, кто рядышком живет. У нас практически середина октября. Вот она. Отцвевшая. Вот так выглядит. Представляете, когда она пушистая в цвету? Вот эта белая шапка. Или там какого цвета? Вот это гортензия. О, полная машина цветочков. О, сейчас посадим. Марте название.
академию.